на афише лики современной культуры. Мы очень много говорим о наших предшественниках, о классиках, но время наше говорит о том, что ни читатели, ни современники не знают тех, кто находится с ними рядом. Вот основная задача нашей организации, а я представляю клуб выпускников этого института и Международную академию русских слог, которая вышла опять же из нашего клуба. И вот эта проблема современности, чтобы современных писателей, современное слово наше слышали читатели, правильное, грамотное, интересное, духовное и душевное. Вот это наша задача. И сегодня наш вечер посвящен именно такому автору, состоявшемуся писателю, прозаику, замечательному журналисту и автору детских рассказов, проникновенных и трогательных, Сергею Николаевичу Кузичкину, который является главным редактором альманаха «Новый енисейский литератор» с приложением для детей «Енисейка». Этот проект, очень значимый с моей точки зрения для формирования именно культурной, социокультурной среды. Кроме того, вот я очень рада за Сергея, что он теперь у нас еще и председатель отделения Красноярского союза писателей России. В одном лице сочетание творца и деятеля, который вот эту среду вокруг себя формирует, это дорогого стоит, потому что таких людей все-таки у нас мало. Но они есть. Что я хочу сказать? В минувшем году, в 22-м году, это год назад, в этом же зале мы подводили итоги книжной номинации Международного форума культуры «Музы на русском Парнасе». Учредителями этого форума являются клуб писателей-выпускников, Академия «Русский слог», Российское отделение Евразийского союза художников, Музей русской культуры и Музей-усадьбы Астафьева. То есть вот такой комплекс большой у нас с экспертным советом во главе, куда входит наш болгарский литературовед, музыкант, поэт и прозаик Стоянов, Владимир Стоянов. И вот этому альманаху, который создал вот эту среду, площадку, он был у нас отмечен как лучший социально-культурный проект России, как издание. Вот сейчас я возьму наш дипломчик. Попрошу Сергея Николаевича выйти сюда. Золотым дипломом и кубком награждается Сергей Кузичкин, главный редактор «Альманаха НЭЛ», за лучший издательский проект России, формирующий социокультурную среду. Спасибо. Стоим, никуда не уходим. Теперь можно на место, Сережа, да, Сергей Николаевич, Галина. Нет? Если можно, еще раз. Я видео еще закончил раз, снимать. Да. Это для истории. Сейчас, секунду. Ну, давайте пока их снимать. На них тогда смотрите. Все, вы сфотографировались, да? Сфотографировали. Все, тогда в эту камеру, тогда вот.